Привет, ребят, с вами Илья, и это наше новое видео с темой неофициального порта игры GTA 5 на наши Android-девайсы. И сегодня у нас свежая инфа от разработчика, так что go, Лукас, за инфу и поехали! И первое, о чем хотелось бы сегодня поговорить и показать, это то, что сейчас уже идет активная работа над стрельбой. И здесь именно фиксят свист пули, плюс само попадание патронов. И вот так вот на таком видосике вы можете это дело увидеть. Также еще работают над системой боевки, которую, скорее всего, мы увидим уже в новой бетке. Также, помимо этого, есть еще небольшой опрос от самого разработчика, и автор спрашивает, как ему сделать стрельбу, и убивает ли один выстрел тут в голову. То есть, тут получается такая тема, что и пистолет, и снайперка будут работать одинаково, независимо от мощности именно при попадании в голову. Но по сути это так и есть, и более так приближенное к реальности. Также еще здесь изменили кнопочки, которые показывают оружие. Я думаю, что вы в принципе и так это дело заметили. Теперь, пожалуй, самое интересное, и именно когда же появится обнова. Скорее всего, выйдет она примерно через 12 дней, так сам заявил разработчик, поэтому будем ждать. Ну и еще есть такой небольшой опросик от меня. И, ребят, напишите плюсики в комментариях, если ждете игру, и мы посмотрим, сколько же тут желающих получить свежую бетку, так что давайте, дерзайте. Ну а так, само собой, жмите Лукасы за информацию и подписывайтесь на канал, чтобы всегда получать свежую инфу. До скорых встреч и пока.